Всем привет, друзья! С вами Карелия, все рыбалки и не только. Но вы уж меня простите, я практически с вами этим сезоном попрощался, но не выдержал. У нас еще тепло, еще все-таки денек съезжу. Попробую порыбачить, потому что тут будет сейчас период, пока лед станет. Ну, к ноябрю ожидаются, так что перволюди, наверное, скорее всего, рано. Со мной опять Греюшка. Грей! Грей со мной привязался. Никак мне от него нет. Ну что, смотрите, может что-то у нас и получится. Давай вперед. Вперед, Грей. Грей, вперед. Молодец. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Друзья, вот я и добрался. Первый заброс. Пробую сразу на удочку. Ух ты, была поклевка, ребята. Это поклевка. Вот он. Вот он первый хрюзишка. Эх ты, сошел. Ну, небольшой. Мне такой не нужен. Это мелочь. Это мелочь. Таких, вы знаете, мы отпускаем. Ну что, есть? Радует? Вот он. Вот это уже более-менее, ребят. Вот это уже хрюзина. Ух ты, собака, ты какой, а? Давай, иди сюда, родной! Упала! И сорвался. И сорвался. Ну, это слава богу, что сорвался. Фу-у-у-у. Ну, это достойно, ребята. Вот он, хрюзишка. О, толстячок, иди сюда. Еще один, ребята, хрюзочек. Это же едовой. Опа! Иди сюда. Это нормально. Толстенький. А как? Ну, сугудайчик. Нас с Наташей будет. 100%. Ну что? Есть хрюзочек. Опа! Какой он сильный, небольшой, а сильный. Ну, едовой, вот он, едовые хрюзки. О! Я сорвался. Не взять в руку, рыба жила. О! Тоже мёд, гад, а? Вот он. Вот он. Ух ты, какой хороший, только бы не ушел. Давай иди сюда. Опа. Вот он. Родной.
идут сюда. Отлично. Тыркал, тыркал, да тыркался. Пенсионерный. Хороший хоризонт. О, какой хороший. Слава богу. Жирненький какой, а? Вот что жмет, что делает, а? Блин, хоризонт-то всегда нифига. А что он делает, а? О, хороший. Хороший дяденька. Поджимает как, а? Не поднять даже. Что ж там такое? Опа! Хороший харис собака. Да это совсем хороший. О, какой кабанчик! А. О, кабанчик! Все-таки есть они. О, ребят. Вот. Оба хорошенький. Хорошенький красавчик. Ну просто привет. Рыбка жила. Рыбка жила и ожила. Вот такой хороший, да хорошенький какой. Опа! Чем же он плохо? Отличный харис. Вот он. Клевал, клевал, несколько раз клевал. Хороший. Едовой. Где он, может быть, где мне пропудрил? Хороший пострадок. Опа. Отлично. Передишка. Неплохой. Рыбишка. Опа, красавец. Тыркал, тыркал, да тыркал. Красавчик. Вот это красавец. Вот это да. Хоризонт, а? Да. Хороший дяденька. Вот он, красавчик мой. Взялся все-таки. А я их там жду. А не вон они где. О, ребята. Вот так. Зараза, а? Вот поймё. Солнышко вышло. Что, маленько половили? Будем переезжать чуть-чуть. Да, толстожопик. Дрейка всё со мной. Никогда бы не подумал, что он будет так сидеть тут в лодке. Иди сюда. Вот, смотри. Да, на берег выйди, пусть побегает.
сегодня в Моготу. Сейчас пойдем-то гуляем. Пойдем, мой хороший. Да не. Давай. О, молодец. Ладно, погуляем, красотища. Вот он, хорезишка. Ой, неплохой. А, толстячок какой красавчик. Что ты плюхаешь за мной? А? Ну что, Грей, иди сюда. Идет. Ты моя морда. Что тут? Красавец. Рыбак мой. Ребята, лупанул. Дяденька. И неплохой. Корюзишка. Какой лупанул красавец. О! Что, Грей, Харюс? О, какой красавец, ребят. Толстый, жирный. О, какой! Этот красавец. Еще один, ребятушки, взял Харюс. Чуть висит помельче. Плохо взялся. Опа! Хороший, все равно хороший. О, хороший какой. Хрюзишка. Да. Все. Друзья, попьем чайку, наверное. Что-то здесь совсем никак. Было что-то как типа поклевки, но... Ладно, сейчас пью чай и поеду ниже. Ай-яй-яй, сошел. Сошел, ну был. Был некрупный хрюзок. Ах ты зараза, а? Ну, на удочку, на поплавок не захотел. Вот это да. Там ударчик хороший. Ну, я так скажу, может и не крупный, но был. Вот он. Да твою за ногу он есть. Ты посмотри, харюза-то сколько. А почему он не берет? Ничего себе.
Ничего себе, два раза утёк там. Чего на поплавок-то не хочет? Ничего себе! Давайте третий раз. Убрал. Ничего себе, два раза брал. О, еще раз брал. Почему на удочку-то не хочет? Ничего себе, что там такое? Взял все-таки одного. Не знаю, что там, но объедало у меня тут раз 10. О, жмет. Так не показывается пока. Неплохой хариус. Ну, зараза, а? Чё ж ты так клевал-то слабо, а? Засранец, ну какой. Резина. Да, Греюшка? Скажи, чё ты радуешься? Нашел, скажи, чему радоваться, да? Что там такое? По-моему, не крупный, а так жмет. Это ужас какой-то. Сейчас посмотришь, что ли. Да не, этого отпустим, ребят. Этого мы... Живи, расти. Грей, убери жопу, а? Ну, я все тащу. Съедобный. Съедобный. Резишка. Опа! Домой сейчас поедет, поедет, мой хороший. Умница мой, весь день просидел. Вот только собираюсь, ребят, не поверите, везде за мной. Под ходом прям аж скулит. Вот что ему тут? Молодец, умница. Сегодня охранял меня. Ну что, ребят, все, не буду вас мучить. Вот это уже точно все. Ребят, завтра консервирую лодки, все, потому что от этого не оторваться. Ловить еще можно, рыбачить. Еще погода тут дня 3-4, по-моему. То есть с ноября у нас заморозки обещают, может быть, уже и лед будет. Не знаю, надо еще дом, дела там закончить. Стройка, сами знаете. Так что вот так. Не выдержал, рыбалка она не отпускает. Ну вот, ребят, все равно неплохо. Да, Грей, неплохо мы с тобой поймали. Вот, видите, вот такие хрюски. Ну, все едовые, мелочи отпускал. Что-то снимал, что-то не снимал, ребят. Неплохо. Я считаю, что неплохо. Все, теперь-то я точно завершил сезон. Так что лайки ставьте, если понравилась рыбалка. Не понравилось, дизлайки, пишите комментарии, что вам нравится, что вы хотели посмотреть. Отвечу по возможности, всегда стараюсь отвечать. Все, ребята, всем пока.
Удачи вам на водоемах и ждите открытия зимнего сезона. Совсем скоро. Скоро-скоро. Я уже сам заждался. Все, пока.